Всем привет, я Райан Мёрфи. Давай, Кузь. Всем привет, с вами Глеб Кузьмин. И Иван Дроздов. Сейчас будем отгадывать фильмы. Посмотрим, насколько мы умные. Всем привет, я Михаил Науменков. И мой напарник Павел Кольдов. Всем привет. Это? Подожди, это либо это с Аладдина, либо это может быть с Индианы Джонс. Желтый глаз тигра не подходит. Ты же такой раз фильм. А ты говорил, что плохо фильм. Я вообще ни одной мысли даже. Мир животных. Здравствуй. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Ворон Гриша. Давай дальше. Кузя, брат, вся надежда на тебя. Что это вообще такое? Это мед, какие-то лосы. А что за фильм это? Башкирская ярмарка? Чел какой-то в меде. Это же путешественник. Ё-моё. Меня жена знает. Это как он? Джуманджи? Да. Нет? А второй еще фильм с ним был. Как он? Джуманджи 2? Нет. Не-не-не. Ай, жесть. Крусь по джунглям. Фух. Кузь. Волочек Дрозд. Я не могу название вспомнить вообще никак. Круиз. Круиз по джунглям. Точно. Но точно не «Игра престолов», потому что там другой был. «Игра престолов»? «Дом дракона»? Давай, Кузь, вот ты сейчас чувство вытащишь. «Властелин колец», может? Нет, там тоже другой был. А, жесть. Ты же по сериалам. Да, ну не по таким. Я что-нибудь там романтичное? «Гарри Поттер»? Нет, там уж это... Давай дальше. Это про турка этого сериала, нет? «Ассасин Крид»? Нет. Турок-то этот... Турок? Не знаю, я не знаю. Серкан Балан. А, это «Ведьмак», нет? Кузьма, ты лучший. Молодчик. Нет, «Чеканы монеты» вот это. Это же тут «Чеканы монеты», да? Давай, напрягай. Визард? Ведьмак? Ведьмак, да. Но я не смотрел этот сериал. Это когда у меня интервью берут. Такая же будет, Кузя? Я радостный такой. Давай, накинь пару вариантов сходу. Пока еще не... Че, дальше? Дальше. Сейчас будет на тачке, да? Фильм про хоккей? Нет, это короче, какое-то ограбление стопудово, да? Не, я не смотрел. Я тоже не смотрел. Мне вообще это же ничего не дало. Мне кажется, вот это будет 0 баллов. А ё-моё. «Майор Гром», класс. Я не знаю. «Майор Гром». Чем, а какое название правильно? Это про суперменов, что ли? Просто русские фильмы никто не смотрит. «Дома куда-то идут». Это мультик же, да? Вы там, когда будете смотреть ролик, попробуйте отгадать. Старых фильмов не будет. Ты его точно сегодня называл. «С легким паром» что-то там, нет? Да. Новогодний фильм. Это «Ирония судьбы». Название этого фильма. Сейчас. Наум отгадал, да, этот фильм, наверное? Да? Возраст решил. Не, ну я думаю, что, ну... «Ирония судьбы» или «С легким паром». Блин, да. Угадали? Да и мы бы на первом кадре угадали. Так что 3 балла надо считывать. Холоп. Это я смотрел. Просто русские фильмы никто не смотрит. Как же? Холоп. Холоп, красава. Всем салют, это красава. Действие происходит в Нью-Йорке. Нет, такой сериал вряд ли смел. Не, он какой-то этот, знаешь, опасный чувак. Про фантастических людей. В общую группу позвоните. А тут серьезно нельзя убрать Наума и Коля? Ну там может название? Ну давай. Ё-моё. Кто у нас в этом самолете смотрит сериалов много, фильмов? Стёпе, мне кажется, можно позвонить. Стёпе? Да. Кузя. Стёп, ты знаешь, что это за фильм? Вот это, что за сериал? Я
знаю какой-то. Ну, говори. Давай, Степ. Как называется? Что за сериал, Степ? Пацаны? Да? Красава. Я говорю, Степе надо звонить, а? Степе. Лава, иди отсюда. Все, Лава, как выключить Лаву? Красава, 3 балла просто, молодчик. А ты где, в раздевалке? Только от Дроздика и от Кузи трубку не бери. Ну вот еще 3 балла у нас в копилочке. Анжелы-паук. Гоблин. Гоблин? Я вас категорически приветствую. Человек-паук старый? Когда он черным был? Ну, костюм у него был черным. Не сам Человек-паук черным был. Вы сейчас подумаете. Осуждаю. Часть 2, 3, 4, 5. Давай так. Какая-то там, отгадаем. Путь не домой, а наоборот. Короче, ты понял? Человек-паук нет пути домой. Кузя, ты просто бог. Поэтому им 1 балл за это, а нам 4. Это же часть еще с первым самым Человеком-пауком вроде. Нет пути домой, ну типа путь. Конечно. Ну что, тоже ведьмак? Просто седые. Подожди, это фильм. Меч Артура, Короля Артура? Нет. Может, второй кадр сразу? Ну давай, если ты не знаешь, давай. То ядерная фигня это. Ну что, Степа, как думаешь, знает? Николас Кейдж. Николас Кейдж, да. А, «Скала»? «Скала», да? Фильм не «Скала» называется. Фильм «Скала», «Скала» называется. Да «Скала», все. Да, все, окей, 2 балла есть. У него там ремонт идет какой-то. Степа, давай. Алло, ноги подсказывают. Колет на ум, отключаемся. Подсказываем ничего. И мою братцу смотрите, вот. Башка, отключись тоже. Вся команда подключилась, да? Да я знаю, что это за фильм. Я знаю, это «Властелин колец». Да-да-да. Что у тебя там лежит такое? «Властелин колец», это «Ведьмак». Паша, ты сейчас врежешься, отключись. «Алькатрас» или «Скала», я не помню, как этот фильм называется. Все, Степ, это «Алькатрас», лучше. Да, это «Алькатрас». Когда Паша начал кричать, что это «Алькатрас», да, что да, это да, было да, понятно, да, что да, это да, «Скала». Степа, красавец. Один дома. Это было легко. Почему успел посмотреть? Ты молодец. Кевин! О, это... Это недавно смотрел. Да подожди, это они банк грабят. Как фильм называется? Сериал? Чувствую, у нас 3 балла в копилочке. Сейчас. Кузя сейчас вспомнит. Я не смотрел, но... В красных костюмах. Имена у них там Япония, Красный дом, Красный... Я даже помню то, что название этих... Карточный домик? Ой, нет. Кирпичный дом. Бумажный дом. Бумажный дом. Бумажный дом. Все, да. Бумажный дом. Бум. Конечно. Вы так долго думал? Токио. Кто там еще был, я не помню уже. Слышь, так Кузя всех с первой картинки почти отгадал, так что я думаю, мы с победой вообще 100%. А Кузя молодец, все отгадал. Да нет, мы работали в команде, всем спасибо. Мы записываем. Ты мёрф будешь брать с собой? Да. Вот эти парни, вот идите сюда, идите, встаньте назад. Будут камеру. Я сейчас посмотрю на тебя. Вот мы против них. Болейте за нас, не за них. Всем спасибо. Всем спасибо.